Завершающий этап акции «Безопасность в каждый дом» работники Слуцкого РУЧС провели в торговом центре «Маяк» вместе с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных и средней школы номер 8 и сотрудниками Слуцкого представительства Белгосстраха. Посетители и работники торгового центра узнали статистику пожаров на начало текущего года и основные причины, и убедились, насколько это серьезная проблема. Хочу вам рассказать, что это такое. Что это, знаете? Автономный пожарный излучатель, да, хочу вам показать на пальцах, как он работает, для чего он нужен. Вот здесь состоит из двух частей. Одна, то есть два отверстия, крепится к потолку на два самореза. На интерактивных площадках и дети, и взрослые могли в игровой форме узнать или вспомнить элементарные правила безопасности жизнедеятельности и закрепить свои знания. С удовольствием фотографировались со щенком-пожарным маршалом. Спасатели презентовали мобильное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом», которое помогает правильно действовать в чрезвычайной ситуации. Все участники получили полезные призы – фликеры, блокноты, календари, раскраски и другую тематическую продукцию.